территории еще держится. Имперские гвардейцы все же добрались сюда. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Александр Блох. Мы продолжаем прохождение игры Warhammer 40 000 Space Marine на канале Rus Game Tactics. Итак. Ну, нам нужно двигаться вперед, мы аккуратненько проходим. Ух ты, и снова катсценка, вот это что такое? Что делает этот сервочереп? Пытается доставить сообщение. Похоже, он поврежден. Печать Инквизиции. Интересно. А что здесь делает Инквизиция? Вот мы и выясним. Это Инквизитор Дроган. Мне срочно нужна помощь в мануфактории Аджакис. Они ищут экспериментальное устройство. Пока что оно в безопасности. Я отвлек. Но теперь я в западне. Если я погибну, устройство не должно попасть в руки к врагу. Иначе его не остановить. Мне нужно было время. Оружие было почти готово. Экспериментальное оружие? Нужно добраться до Инквизитора раньше орков. Двигайтесь вперед. Да, очень интересно. Не теряйте бдительность. Так. Так, где наше оружие? Ой, бляха-муха, она случайно нажал. Так, ладненько. Что у нас здесь? Мертвый орк, да? Так. Вы можете послужить повелителю машин, присоединившись к трупоуборочным командам вашего центра эвакуации. К трупоуборочным. Ну, я думаю, что присоединимся в ближайшее время, потому что трупов будет очень много. Так, здесь нам нужно активировать снова... А, эта дверь большая открывается. Так, ну что? Что у нас тут? Вроде все спокойно. Кстати, какой у меня там... Давайте вот... Может быть... Пока вот этот охотник возьмем. Смотрите! Куда смотреть? Рэном, видимо, управляют орки. Они не остановятся, пока не прорвутся через эти ворота. Нужно вывести кран из строя. А, вот, вот этот, смотрите, какой огромный кран. Вообще прям жестко. Только не они. Готовьтесь к атаке орки. Опа! Отлично. Вот эта жара пошла. Ой-ес. Смотрите, как он подкинуло. Давай, 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 давай. Капитан Сид. Ой-ес. Вообще жара, 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 жара нафиг. Вот это я клёво поработал. Так, куда они все? Так, по-моему, там кто-то палил. И мне показалось. А, вот оно что. Михалыч. Там еще наверху где-то орк был. Так, ну что, давайте смотри. О! Блин, патронов-то мы особо много не потратили. Кстати, сервочереп. Давайте возьмем, послушаем, что тут. Пока нельзя. Ну, потом посмотрим. Так. Окей, на. Погнали. Нам вперед. Третья. Куда ты, дорогой? Бэм! Отлично. Опа. Перезарядка, что-то неудачная. Так, суперски. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, казни его. Нет. Да, тут по жесткому придется. Так, дайте-ка мое четвертое оружие.
Опа. Все, его убил. Супер. Так. Ну, с этим мы просто так немножко поигрались. Так. А, охотник. Да ну нафиг, пусть болтер будет обычный. Так, перезаряжать его не надо. Ну что, нам по всей видимости наверх. Смотрите, как быстро с ним разобрались. А, ну, правда, казнить его не удалось. Но, наверное, я просто с него здоровье там нормально снял. А потом уже просто загасил его вот этими... вот этим оружием, минометом. Ладно, супер. Супер. Как мы все поняли, здесь орки пытаются захватить некое экспериментальное оружие. И нам нужно им в этом помешать. Ну что ж, будем стараться всеми силами выполнить возложенную на нас миссию. Ой. Надо кого-нибудь сейчас казнить. Давайте-ка. Казним его. Ну да. Здоровье восполнили, а теперь можно и поиграться. О, да. Хотя тоже можно было, наверное, его казнить. Так. Вперед! Уничтожить орков! Гранат-то нет. Опа! Она разнесет в хлам одним выстрелом. Мы не допустим этого. Смотрите, какой красивейший пейзаж. Вот только посмотрите на это. Какие огромные сооружения, краны, крепость вот эта вот. Блин, ну просто круто, так завораживает. Вот эти укрепления орков. Тоже пытаются поломать там вход, видимо, какую-то эту стену разрушить, чтобы туда пробраться. Ну да, блин, вообще класс. Круто вообще все. Нажимаем этот кран. И все. Очень много всего разрушили. Так, орочью атаку. Вы меня слышите? Говорит капитан Тит, отряд ультрамаринов. Назовите себя. Это капрал Антиох, сэр. То есть, господин. Мне нужен доступ к мануфакторию, капрал. В ангаре прямо под тем местом, куда мы сбросили груз, есть служебный лифт, господин. Мы можем встретиться там. Готовьтесь, скоро мы будем там. Так. Конец связи. А плюс еще в мануфактории титанов надо добраться. А, сюда предполагается идти. А, ну что я хочу сказать. Вот это что такое? Взять боеприпасы. А, ну все, мы тут все взяли. Так. Слушайте, мне, кстати, гранаты нужны. Так, их пока нет, да? Так, вот тут сюда показывают. Что тут можно сделать? Что-нибудь такое. Наверное, вот здесь надо нажать, да. Ну что, идем. Хотя я думаю, может быть, взять охотник. Смотрите, сколько их много. Им удалось уничтожить мост главного доступа. И орки потеряли численные преимущества. Орки! Этого уже никто не убил. Блин, нормально они палят. Снова там сейчас большой, наверное, будет этот гигантский. Так. Ай! Вот это нормально с меня сняли. Так, Грену хотел запустить. На одном месте стоять нельзя, конечно. Так, с этой стороны аккуратненько. Правда, много промазываю. Ну, просто так далеко не стоят. Так, наконец-то. Двадцаточка. Так, больше взять тут, естественно, нельзя. А ящик этот мы опустошили. Ну что ж, нам тогда надлежит сейчас... Супер! Да что ж такое ты будешь делать? Кого-нибудь надо казнить. Так, 4. Кстати, хорошая пушка, вот этот охотник. Болтер-охотник с модификацией. Вообще просто замечательная. Она настолько мощная. Так, главное...